сегодня 17.07.2011 года. Вышли из храма. Выхожу, уже нету. У него скорость спринтерская. После богослужения. Понимаешь, вот это самое настоящее беснование. Сегодня мы собираемся на благовестие в село Ребриха. Дитя, подойди вот сюда, вот, я сейчас расскажу, что на фоне храма и на фоне людей фотографируй отдельно вот с этим отрасом. А потом три мальчика, три девочки, я покажу их, кто с ними. Встаньте рядом, она весточку будет как бы наставлять его, рассказывай ему. Так, отдельно приготовьтесь, вот одна девочка, сейчас я поставлю. Где у меня Тася? Вот она. А, Тася, я ее держу. А, где? Так, сними кусок. Так, Ника. Давай. Не по капоте, это вас не столько. Вот сейчас отдельно сфотографируешь. Иди сюда, три девочки, вот сюда вот. Убери. Отдельно с одной стороны поставишь от бабы. Это один у меня есть. Ваня, это не Ваня. Сейчас, минутку пока там. Потом поставишь 3 на 3, вот эти вот три девочки, вот два мальчика. Сейчас я три. Исаки, где у меня? Исаки, иди сюда. Вот. Вот с этими тремя мальчиками, бабу, с двух сторон поставь. Три мальчика, три девочки. Она их будет наставлять. Хорошие, большие снимки сделаю. Потом все, заверните. Так. Кто знает, что ему ехать? Вот сюда отойдите. Так, остальные отойди сразу. Кто едет? Вот сюда. Отойди. Отойди от бабы. Ну что такое теленок за ней? Кто едет вот сюда? Подойдите все. Мы сейчас начнем быстренько расчет делать. Так, ты пока иди. Я знаю, что ты здесь. Иди фотографируй. Тетя Люба, она поехала. Я знаю, Люба. Тетя Люба, она остальные уехала. Все здесь, да? Так, минутку. Значит, у нас три машины. Лена, шофер. Отойди в сторонку. Ехать по церковной форме одеты женщины. За нами сегодня будут следить 1000 глаз. Так, я сказал, где? Витя один там, Володя два, я три. Ты хотел ехать? Это 4. 5, 6, 7. Отойди. 8, 9, 10, 11. Люба 12. Все. Вот вы, уже мы в 10:30 трогаемся с места. Женя, подъедет пораньше, я говорю, поеду. Потому что нам как можно раньше надо прийти, там мы дорогу распределимся, где от центра начинаем. Этот край захватываем, из Барнаула приедут, тот край отдаем. Ну, где-то натолкнемся друг на друга, неважно. Прям мгновенно сразу начинаем работать. Переезжаем там, где библиотека, ну, администрация, и оттуда начинаем, распределяемся по районам. Это по секторам. По секторам. Вы уже сами подумайте, кто знает, как распределять. Все, остальные можете уходить. Витя пока сфотографирует. Ну, сейчас он скажет, что я буду в лагере. С Натальей. А. Наташа, дай. Степа, так. Уходим. Ты среди них была, стояла? Игорь, на, забери с водителя. Быстренько за стол. За стол. Вот я. Вон с родителем. Машина.